Этого человека сложно увидеть на экране, но его работу знают и любят миллионы жителей страны. В Самаре в рамках фестиваля «Соль земли» прошел творческий вечер оператора Сергея Астахова. В мире киноиндустрии он известен работой во многих крупных проектах советской эпохи. Однако сегодня его больше знают благодаря сотрудничеству с режиссером Алексеем Балабановым. Именно Сергей Валентинович непосредственно снимал фильмы «Брат», «Про уродов и людей», «Война». Он дважды награжден государственной премией за фильм «В той стране» и сериал «Граница. Таежный роман». Снимал современный фильм «Катастрофу метро». Работа над этой картиной проходила в Самаре, и это время Сергей Астахов вспоминает с особой теплотой. Хорошо работалось, самарцы молодцы, нам москвичи отказали, а вы разрешили, и мы сняли неплохо и станцию, и строящую станцию. В общем, я с радостью вспоминаю. Только немного грустковато, потому что Сережа Пускипалец погиб, и для нас это большая трагедия. Так что самарцы... Я очень часто снимал в Самаре. И в аэрокосмическом комплексе, и делал фильм, презентацию Самары, когда только еще перемывали с Куйбышева. Те, кто близко знаком со Астаховым, говорят о нем как об изобретателе. К примеру, именно он придумал все приспособления для съемки фильма «Клима Шипенко. Вызов», которые позволяли удерживать камеру в условиях невесомости. Кроме того, в прошлом году на Синявинских высотах Сергей Валентинович открыл построенную на собственные средства часовню, увековечив память о солдатах, павших ради защиты Ленинграда от нацистов. Он организовал поиск и перезахоронил останки более 15 человек, собрал всю информацию о находках, архивные сведения, с помощью специалистов разминировал бывшие поля сражений. Пообщаться с Сергеем Астаховым пришли люди разных возрастов, в том числе было очень много молодежи. Незабываемые впечатления, потому что шанс встретиться с такой значимой фигурой и видеть, услышать, как все это происходит вживую, удается не так часто. Мне как фотографу интересно знать о операторах и о том, какими методами они работают. Завершился творческий вечер показом киноновинки фильма «Сердце Пармы», над которым также трудился Сергей Астахов. Александр Кочетов, Николай Епифанов. События.